Привет, друзья! Сегодня мы поработаем с новым ночным прицелом от компании Pulsar, который называется Pulsar DigiSight Ultra N455. Прицел цифровой, использовать его можно при любой освещенности, в том числе и в светлое время суток. 455-я модель – это очередное развитие линейки DigiSight. Перечислю отличия от предыдущей 355-й модели. Первое, что бросается в глаза – быстрое включение. Теперь прицел приходит в готовность за пару секунд. Оптическое увеличение стало больше, теперь оно равно 4,5, а было 4. Но главное – это новый сенсор, матрица HD-разрешение 1280 на 720 пикселей. Благодаря этому прицел лучше видит днем и ночью. Увеличился запас хода прицельной метки, теперь он составляет 2 метра на дистанции 100 метров. Это значительно больше, чем было раньше. Теперь диапазона поправок хватит всем. Прицельные метки новые, некоторые из них баллистические, они сохраняют свои размеры на любой кратности, как это происходит у классических оптических прицелов с прицельной сеткой в первой фокальной плоскости. Это позволяет оценить дистанцию до цели, зная ее размеры. Разрешение дисплея в окуляре стало больше, и составляет оно 1024 на 768, благодаря этому увеличилось поле зрения примерно на 20%. Дисплей стал более контрастным и четким. Встроенная видеопамять в новой модели 16 гигабайт, а было 8. Также в рамках обзора про новый Pulsar DigiSight я хочу рассказать про новый прицел от компании Yukon, который называется Sightline. Ранее мы сняли несколько обзоров по поводу этого прицела и разместили на нашем YouTube канале. Ссылки будут в описании к ролику. Мы проверили Yukon Sightline на дистанциях от 100 до 400 метров на разных кратностях, в дневном освещении и в полной темноте. Прицел отличный, стоит он несколько дешевле, чем Pulsar DigiSight Ultra, при этом имеет точно такой же светочувствительный сенсор, но не имеет встроенной видеозаписи, Wi-Fi и возможности подключить внешнее питание. Если бюджет покупки для вас важнее, чем эти возможности, то есть смысл рассмотреть именно Yukon Sightline. Хочу отметить, что на стороне Pulsar DigiSight Ultra N455 большая влагозащищенность, прибор допускает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра, возможность использовать внешнее питание и наличие съемных аккумуляторов повышенной емкости, а также возможность самостоятельно обновлять программное обеспечение, когда производитель выпустит очередное обновление. Также Pulsar DigiSight Ultra имеется режим повышенной ночной чувствительности, Sunlight он называется. Как написано в инструкции, которую мало кто читает, Sunlight – это функция повышения чувствительности сенсора, позволяющая вести пассивное, без использования ИК-осветителя, наблюдение в условиях критически низкого уровня ночной освещенности. Программное обеспечение прицела при этом автоматически активирует алгоритмы, которые позволяют повысить чувствительность прицела с сохранением достаточного качества изображения. Таким образом, в полной темноте, без использования подсветки, мы можем наблюдать картину происходящего на стрелковой поляне. А теперь наш обзор. Сегодня мы поработаем с прицелом Pulsar DigiSight Ultra на разных дистанциях. Пристреляемся на 100 метров, потом поработаем на 200-300 метров, постреляем по гонгам, дождемся полной темноты и поехали ставить мишени! Традиционно начинаем со 100 метров, вешаем мишеньку на 100 метров. Ветер сегодня, кстати, наверное, побольше метра в секунду даже. Так, еще маленькую мишеньку повешу, чтобы поточнее прицеливаться. Ну и совсем маленькую, вдруг пригодится. Я готов пристреливать винтовку с прицелом Pulsar DigiSight Ultra N455. Моя мишень находится на рубеже 100 метров. Я оставил за кадром установку кронштейна под планку Picatinny, потому что мы этот вопрос довольно подробно осветили в предыдущем обзоре предыдущей модели прицела Pulsar DigiSight Ultra N355. Этот обзор мы снимали с Андреем Хаски полтора года назад. Можете посмотреть, как мы ставили кронштейн. В этом обзоре довольно подробно Андрей все тогда объяснил. Все, теперь мы можем это устанавливать на винтовку. Второй нюанс по поводу сегодняшнего обзора состоит в том, что сегодня светит солнце. Это хорошо. У меня полуавтоматическая винтовка. Это тоже прекрасно.
Вот, я надеялся пристрелять эту винтовку с помощью вот этого лазерного патрона, так называемой холодной пристрелки. Он ставится в патронник, лазер светит сквозь канал ствола, и в прицеле я, по идее, должен был бы увидеть этот лазер на мишени. Но солнце светит, и на мишени я этот лазер не вижу ни на 50, ни тем более на 100 метров. Вот, пристрелять эту винтовку известным дедовским способом по каналу ствола возможности нет. В ствол, вытащив затвор, мы заглянуть не можем. Прицельных приспособлений также у этой винтовки нету. Поэтому план такой: я попробую на удачу со 100 метров зацепиться за бумагу. Если повезет, хорошо. Если не зацеплюсь, тогда возьму ее и попробую уже с рук с 50 метров пострелять мишень. Если пуля в бумаге, прекрасно. Если нет, ну, значит, метров на 20. 20 метров я по-любому в бумагу должен попасть. Вот. План такой. Пробуем начинать пристреливать. Так, прицельная сетка у меня белого цвета. Так мне удобно целиться в черненький кружочек на мишени. Стрелять я буду картинка в картинке с максимальным зумом, потому что такое солнце, мне сложно сфокусироваться без зума. Так-то, конечно, можно было и без зума, дистанция маленькая, но из-за солнца удобнее зумом. Так, все, в принципе, все, можно работать. Патрон в патроннике, внимание, выстрел. Стреляю в левый верхний кружочек. Так. Давайте-ка посмотрим, что у нас там получилось. Прекрасно, я оказался в бумаге, причем на самом краешке. Мне повезло за бумагу зацепиться. Это здорово сэкономит нам время. Группка собралась примерно одна угловая минута. Две с двоечки, один отрывчик. Ну, нормально, нормально. Так, теперь что по кликам? Один сектор на мишени 2,5 сантиметра. На 10 секторов правее, это 25 сантиметров, цена клика 1 сантиметр, соответственно, 25 кликов вправо нам надо сделать по горизонту. Теперь, что касается вертикали. По вертикали, я так вижу, в районе 12 сантиметров нам надо сделать поправку, да? Соответственно, тоже 12 кликов. Все, делаем поправку и пробуем работать в ту же мишень. Так, делаем поправочку. Заходим в меню. Меню пристрелка. Создаем дистанцию 100 метров. Не 900, а 100. Есть. Создали. Создали. Теперь, значит, по иксу. Значит, нам надо вправо. Так. Вправо сделать 25 кликов. Так, 25. Сделали. А по Y, соответственно, 12. Есть. Крест двинулся. Сдвинулся. Теперь работаем по той же мишени. Дистанция 100 метров у нас обозначилась в левом нижнем углу прицела. Так, патроны заряжаем.
У нас там был патрон, оказывается. Все, встал на затворную задержку. Так, смотрим, что у нас получилось. Ну хорошо. Теперь по поводу поправок. Нужно сдвинуть прицельную сетку на 1 сантиметр выше и 1 сантиметр левее. И я думаю, будет хорошо. Вообще солнце очень яркое светит, мне сложно вот целиться в маленькую мишеньку такую. Прицел все-таки больше ночной. Так, вводим поправочку. Так, по иксу мне надо сдвинуться вправо на единичку. Значит, было 25. Да нет, 26 есть. А по игреку мне надо сдвинуться... пониже сделать 11. Было 12, сделать 11. Все. Так, работаю по большой мишеньке. Давайте поглядим, что получилось. Так. О! Нормально. Две десятки, одна девятка. Прицел, можно сказать, пристрелен. Дистанция 100 метров. Сейчас поработаем по мишени на более дальние дистанции. Поехали. Очередной наш рубеж. Дистанция 200 метров. Так, сейчас стреляем на 200 метров, но предварительно я высчитаю поправку на калькуляторе и занесу ее в профиль на 200 метров, создам профиль. Так, поправка есть. Теперь надо создать профиль. На 200 метров. Так, запись идет, создаем. 100 есть, теперь сделаем 200. Готово. X у нас остается прежним. Так. А Y, соответственно, уже новый. И он отличается на 11 кликов от дистанции 100 метров. Все, пробуем работать.
Угу. Давайте попробуем посмотреть, увидим мы попадание. Ну, неплохо так. По-моему, десятка есть. По-моему, девятка есть. Давайте подъедем, посмотрим, что у нас там поближе. Слушайте, какая красивая группа. В принципе, для сотки она была бы неплохой. А это у нас группка на 200. Ну, чуть-чуть выше, но все равно хорошо. Десяточка, девяточка. Ну и вот это посчитаем тоже за девяточку. Мне довольно сложно было целиться, потому что яркое солнце, хоть и закрытая крышка, но все-таки прицел ночной. Но и тем не менее, отличный результат даже для 100 метров. 200 метров мы создали профиль. Теперь мы им воспользуемся на какой-нибудь нашей очередной охоте. А сейчас поработаем и создадим профиль для дистанции 300 метров. Так, наш рубеж 300 метров. Вешаем мишеньку. Так, сейчас я создам профиль для 300 метров, предварительно подглядев поправочку. Угу. Ага. Окей. Создаю профиль для 300 метров. Захожу в меню пристрелка опять. Создаю тут 300. Все есть. X у нас такой же будет. А Y будет поменьше. Угу. Профиль активировался. Есть. Есть, поедем, посмотрим, что получилось. Так, это моя мишенька на 300 метров. Ну, вот это отрыв, я думаю, что из-за ветра. Ветер то есть, то нету. Где ему здесь оно должно было бы быть. Но для 300 все равно это неплохо. А сейчас постреляем по гонгам. По гонгам мне нравится стрелять больше, чем по мишеням. Начнем с ближних. Вот тут стоят штучек 5 гонгов. Попробую некоторые из них поразить. Сошки. И последний. Ну, еще разочек. Все, есть контакт. Это были гонги на дистанции 100 метров. Они сантиметров, наверное, 17-20. Поперы. Вот сейчас тоже на 100 метров, но маленький гонг, такая монеточка. Сейчас попробую в нее. Есть.
наверное, последний разочек. Есть. Так, продолжаем стрельбу. Вот гонг в траве ближе 100 метров. Так, профиль у меня для 100 метров. Сейчас его попробую поразить. Огонь. Есть. Ну и хватит, наверное. Так, давай попробуем. Давай попробуем по ромбику за рубежом 100 метров. Немногим дальше 100 метров. О, он там крутится. Вот у нас гонка номер 7. Так, работаю по седьмому гонгу, метров 150 до него. Также профилем для 100 метров. Есть. Так, а теперь на 300 метров поменяю положение сошек и переставлю профиль на 300. Есть. Профиль активирован. На 300 метров у нас там грудная мишень. Внимание, выстрел. Есть, да? Так. Магазин закончился. Следующий. Еще разочек. Так, чуть поближе к нам, но мишенька поменьше, гонг номер 9. Есть. Есть. Так, еще разочек. Есть. Так, ну что, тогда еще вот метров на 150, гонг номер 4. Сейчас опять переставим профиль. Профиль переставим на 100-метровый. Есть. Профиль активирован. Гонг номер 4. Надо зарядить магазин. Магазин тут непривычно жесткий. Конечно, я скучаю по своей тике. По-моему, тика мне нравилась больше. Мне кажется, что эту винтовку мы видим первый и последний раз на наших обзорах. Нет, винтовка хорошая. Так, значит, еще раз, гонг номер 4, дистанция метров 150. Есть. Есть. Все, по гонгам мы постреляли. Ствол такой горячий, что держать его возможности нет никакой. Жуть. Все, теперь ждем темноты и попробуем поработать в
темное время суток. Наступила темнота, и время нам пострелять по ночным мишеням. Закрепляем мишеньку. Есть. А фиксировать попадание мы будем с помощью двух приборов. Во-первых, это тепловизор Pulsar Helion. И во-вторых, Yukon Signal, цифровой прибор. Оба прибора оснащены функцией видеозаписи. Соответственно, попадания они нам запишут, и мы их посмотрим. Все, возвращаемся на рубеж и работаем по мишени на 100 метров. Уже абсолютно темно. Глазами я мишень со 100 метров не увижу. Ух, конкретный темень, конечно. А ну-ка посмотрим, что у нас с мишенью. Так, включаю запись. Так, вот я без подсветки вижу все поле. Вот даже вижу щит на расстоянии километра. Он там есть. Так, а сейчас я включу режим Zoom Light. Так, нет, это не то. Есть, вот режим Zoom Light. Без подсветки стало еще лучше видно. Видите, как здорово. Он щит на километр виден впереди. Так, ну ладно, давайте поработаем по мишени. Наушники. Есть. Так. Интересно, а если мы выключим режим Zoom Light? Выключили. Ну вот, в принципе, тоже можно стрелять. Все видно и без него. А включим подсветку. Вот это первый уровень мощности. Это второй. Лист виден, конечно. Но черненький виден уже не очень, потому что обратная засветка идет. И вот это максимальная подсветка. С ним прекрасно все видно. А вот подсветку выключаем. Выключаем подсветку. Так, выключили. Выключили подсветку. И режим Zoom Light. Ну, с ним тоже хорошо все видно. Так, поехали, посмотрим, что у нас получилось. Ха, хорошая группа собралась. Но это моя ошибка, скорее всего, просто чуть-чуть ниже. Видимо, сдернул, либо еще что-то. Ну, группа хорошая. Сегодня мы поработали с прицелом Pulsar DigiSight Ultra N455. Поработали днем, пристреляли прицел на 100 метров. Потом мы постреляли по мишеням на 200, на 300. Поработали по гонгам на разных дистанциях. Задействовали систему профилей. Удобная система, которая позволяет вам сохранить значение поправок на разных дистанциях. И потом во время стрельбы, во время охоты, в зависимости от того, на какой дистанции у вас находится объект стрельбы, вы выбираете ближайшую. В общем, на этом все. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. Также хочу напомнить, что помимо Pulsar DigiSight Ultra N455, компания Pulsar выпускает Yukon Sightline. Этот прицел также день-ночь, и он оснащен точно такой же матрицей, как Ultra 455, поэтому в темное время суток видит он абсолютно так же. Единственное, чего у него нет встроенной видеозаписи, но есть возможность подключить внешний видеорекордер. Также у него нет возможности подключить внешнее питание, и нет у него Wi-Fi. В остальном это точно такой же прицел день-ночь. Вы его можете использовать, и он будет показывать ничуть не хуже, чем ультра. Вот теперь все. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Всего вам доброго!